Всем привет. Я готов к земляным работам. А здесь вот у меня есть лопаточка. Ну, это, наверное, будет маловато, конечно. Там написано. Так. Конкретно для бабла. Но я не знаю, сколько бабла можно лопаткой накопать. Пойду завтра. Всем привет! Сегодня я хотел вам показать вот такую штуку. Это называется чудо-лопат. Теперь я забыла. Вот такой аппарат. Так вот, хоп, вот они, все сорняки остаются на вилах. Так вот, раз, опа, раз, опа, раз, опа, раз. Причем сорняки можно либо убирать сразу, либо потом проходить граблями. Мне этот аппарат очень понравился. Я бы памятник поставил тому человеку, который придумал эту штуку. Земля у нас сыровата. Что делать? Вот такая температура у нас на солнце на Урале. Сегодня 9 мая. Примерно вот так. Всем привет! Наконец-то наступило долгожданное тепло. Я думаю, надо сделать апгрейд джинсам. Будет превращаться в элегантные шорты. Так, что-то карманы что ли отрезать. Что-то совсем нету. Совсем здорово, ну ладно. Модный буду парень, ужас. Как бы что лишнего не отрезать меня.